В Тверской городской думе состоялось очередное заседание экспертного совета по межнациональным отношениям при администрации областного центра. В ходе мероприятия заместитель главы городадминистрации Людмила Хоменко рассказала о работе муниципалитета в рамках данной госпрограммы. Заслушав выступление, участники диалога внесли предложения, обменялись мнениями по вопросам повестки дня. Сегодня на экспертном совете при администрации города Твери обсуждены вопросы государственной политики по межнациональным отношениям, намечены планы и мероприятия на текущий год, обсуждены задачи на следующий год. Экспертный совет – влиятельное и значимое объединение, потому что в его состав входят представители диаспор, национальных культурных автономий и иных общественных организаций. Эти встречи, эти мероприятия очень важны для выстраивания грамотной, качественной работы по межнациональным отношениям.